Итак, гонки. Пожалуй, единственное достойное зрелище после круто спонсируемого и сделавшего чудо хоккея. Но на этих гонках спонсоры – это сами участники. Есть и реальные новые тачки. Благо T-Motors и Reginos возят такие. Есть и уникальные. Битые-перебитые и неоднократно ремонтированные. Ент, как говорится, почем кошель, потом и шапка. Если вы задаетесь вопросом, а где ушат критики, а вот он. Кажется, кто-то. Под эгидой неплохой, но очень неграмотно. Зализано за подлицо партии, пяткой себя бил в грудь. Будет вам трасса. И будет чем заняться молодежи. И будет все ко дню города. И где все это? Ответ напрашивается сам. А когда объездная закончится, закончатся и гонки. Здесь. Потому как бюджет Башкирии штрафами наполнять необходимо. Это, пожалуй, самое простое и нами уже пройденное. Заточка двигателя отечественного недоделанного пепелаца. Сейчас есть все. А если нет, то это не фиг знает какая по срокам доставка оригинальной и дорогой запчасти на Sky, который в не самой фаршированной комплектации стоит почти как М5. Но и на это, и на другое есть универсальный девайс. Кстати, продвинутая оптика, и это тоже вариант легкого прохождения техосмотра. И это тоже решение проблем перестройки неправильных японских фар. И в очередной раз заметим, такие устройства дешевле оригинала. Есть ли реальные результаты внедрения настоящих, реально действующих и привезенных автоспорт-тюнингом приспособ? Конечно же, вот он, Эвик реального чемпиона России. Какие еще могут быть рекомендации? Спросим у движка.